Этот забег смело можно назвать космическим, но не из-за его скорости, а из-за дистанции, которую предстояло пробежать участникам. Ровно 1961 метр, год полета Юрия Гагарина в космос. Всего на старт вышло более 70 человек. Среди них именитые спортсмены, простые школьники и их родители. Стартуем мы, это очень символично, на доброй аллее, вот, а финишируем на аллее славы. Если вы заметили, то финишная прямая наша, она отмечена вехами космонавтики. Поехали, сказал Юрий Алексеевич. Без малого двухкилометровую дистанцию удалось пройти каждому. Виктор Абалмасов показал достойный результат, финишировав в тройке призеров. Тем не менее, своим результатом амбициозный парень остался недоволен и обещает к следующему забегу показать все, на что действительно способен. В дистанцию бегут те люди, которые хотят проверить себя. Но, в общем, этот забег был основан для того, чтобы, в основном повеселиться. В принципе, хочу сказать одно, чтобы пробежать подобные дистанции, нужно тренироваться и быть, чтобы стать такими же сильными, как настоящие космонавты. Победители и призеры забега получили кубки и грамоты, но в накладе не остался никто из стартовавших. Абсолютно все получили заряд бодрости и настроения на весь день. Радмир Хасанов, Айвар Барануков, Архыз 24.